Проект «Блокчейн-инфо» собрал 40 миллионов долларов. Популярный биткоин-кошелек и аналитический сервис «Блокчейн-инфо» объявил о закрытии инвестиционного раунда серии B. В финансировании участвовали такие известные венчурные и инвестиционные компании, как Google Ventures, Lakestar, Digital Currency Group, Lightspeed Venture Partners и Prudence Holdings. Благодаря новым средствам размер активов компании достигнет 70 миллионов долларов. Привлеченные средства будут направлены на дальнейшие исследования и разработки, создание новых продуктов и на расширение масштабов деятельности компании.